положение. Видите, начинает только работать нога. В самом конце добавляем маму чуть-чуть плечо. У меня нет подрыва такого, что есть, что широчайше прижимаешь на ногу. Мне помогут выбрать, да? И нет. Его лучше делать, наверное, и обратно положить в это положение, в правильное положение рука. Опять-таки, тут тоже, в принципе, плечи, кисти, все под себя. И вот так. Понимаете? Получается, ощущение накрытости плеча. Понимаешь, там еще надо будет все равно накрыть. Там мальчик могут быть вообще.